Голубое небо, плодородные поля, уютные чистые дома. В своих работах ребята изобразили, каким видят мир вокруг себя. Оценить лучшие работы собрались лучшие женщины Самары и Беларуси. Награждение победителей международного конкурса фотографий и рисунков детей «Мир созидаем вместе» состоялось в Самарском художественном музее. В апреле этого года конкурс стартовал в Минске, теперь он переместился на Самарскую площадку. Это один из совместных проектов Самарского и Минского союзов женщин. Для нас была важна тематика, которая была заранее задана. Конечно, это тема мира и созидания в двух наших государств. Ведь на самом деле нет ничего важнее для человека, чем мир над головой. И наши дети в своих работах еще раз об этом сказали. Каждый через свое, через какую-то малую родину, через близкий его сердцу домик, уголок. Но каждый показал, о самом главном рассказал, что нам всем нужен мир. Напомним, организация существует в нашем городе с июля 2013 года. Круг вопросов, решаемых общественной организацией, достаточно широк. В состав союза входят активные, неравнодушные, успешные женщины. На протяжении 10 лет мы проводим огромную работу в различных направлениях деятельности нашего союза, Союза женщин городского округа Самара. А наша деятельность направлена как на формирование патриотических, духовно-нравственных качеств не только подрастающего поколения, но и, безусловно, нас, конечно же, женщин, поскольку мы союз женщин. На конкурс «Мир созидаем вместе» представили более 100 работ. В финал вышли самые лучшие. Полина Глухова представила свою работу на конкурс. Теперь она в финале, и ее рисунок на выставке в Самарском художественном музее. Девушка трудилась над этой работой более 2 недель. Участие в таких конкурсах для меня очень важно, так как нужно поддерживать разные народы, нашу страну, Россию, поддерживать дружбу между народами. Выставка работ отображает эту важную мысль в рисунках и фотографиях, которые представили юные таланты. В планах двух организаций проведение совместных проектов по укреплению семьи, повышению статуса материнства и отцовства, популяризации здорового образа жизни, сохранению и развитию духовности и национально-культурных традиций, укреплению дружбы между народами. Елена Чернявская, Сергей Баскин. События.